бегал. Да, я легенда. И они, помнишь, в кучке так стояли? Да, собирались там что-то делали. Говорят, книга лучше, кстати. Дети, игра. Два варианта кончения. Да. Вот книга там другая. Про бабочку. Так, у этого нет опять окончания. Большие яйца, да, да. Сковыши яйца. Да, да. Сейчас после футбола будет охота на яйца. Разбросали по полю. Дети. Ой, кто-то падает. Ура! Детям счастье, господи. Скорее бери. Как здорово, это родители сами уже организовали детям. После тренировки мы сейчас занимались. У нас сейчас были спортивные 45 минут. Растяжки и физнагрузка. Дети играли в футбол. То есть мы сначала подготовили им яйца для сбора. Да? Сами сюда вкладывали сувениры в яички, раскидали и потом занимались. И теперь дети, смотрите, сколько радости собирают. Счастье велико. Дань, ну что? Ух ты, ничего себе добыча. Сколько яиц собрал, показывай. Вот это охота. А вчера да. Сейчас мы еще поедем искать. Еще поедем искать, не знаю. Набрал? Вау, Макс, круто. Я сейчас собираюсь поставить тесто на куличи. Слишком поздно. Все нормальные люди уже давно все сделали, но, к сожалению, делаю тогда, когда могу. Так, наша птичка, иди сюда, птичка, мешает. У нас свой собственный рецепт кулича, который нам достался от бабушки, как делала бабушка, потому что, на самом деле, мы не любим обычные куличи, они сухие, мы не добавляем изюм. В общем, у нас свой рецепт. Он слегка приближенный по некоторым причинам, но каждый год получается очень вкусно, и дети у меня просят действительно, ну, они ждут с нетерпением вот этот кулич, так что я вам покажу, как буду это делать я, может быть, на будущее кому-нибудь пригодится. Сейчас пока пью кофе, порезала масло, бабушка говорила, что вообще реально грамм 500 надо, здесь у меня 450 грамм масла, я его покрошила и поставила рядом чуть-чуть, чтобы оно помягче стало. Приготовила яйца, чтобы были более комнатные температуры. 15 яиц у меня здесь. И попозже приступлю к замешиванию теста. Перетираю сейчас масло с сахаром. Сахар добавила, честно говоря, на глаз. Я думаю, что это в районе 1 стакана. Буду потом пробовать по сладости. То есть, если достаточно сладко, хорошо. Если недостаточно, попозже еще добавлю. Кстати, тем временем, пока я начала разминать масло, я забыла про опару. Самое важное. Ставлю. Я положила 1,5 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки дрожжей. Потому что у меня только сухие дрожжи. Вливаю 1,5 стакана теплого молока. То, что это большой такой стакан, приличный. Сейчас мы это все тщательно перемешаем. И у нас это будет, пока я занимаюсь маслом, размешиваю его. Надеюсь, у нас опара с вами поднимется. И мы уже ее будем добавлять непосредственно в тесто. Опару перемешали. Вот так это выглядит. Молочко было тепленькое. Спустя несколько минут я добавила в опару муку. И посмотрите, прошло, наверное, еще минут сейчас 5-7. Посмотрите, как она пузырится, как она работает. Шикарно просто. Я уже замесила тесто. Сейчас я отдельно взбила яйца в форме.
Масло у меня было с сахаром уже перемешано, размягченное. Взбила отдельно яйца, добавила сюда. Дальше опару и уже муку. Чуть-чуть ванилина, чуть-чуть ванилин жидкий. И чуть-чуть посолила я и замесила тесто. Оно вот такое вот больше, да, из-за того, что на сдобное больше похоже. Сейчас еще раз перемешаю. Оставлю, мне нужно уйти. Оно будет пока подниматься, подходить. А потом я приду, уже сделаю цедру. Пока поднимется, добавлю цедру. Перемешаем еще раз, еще постоит. В общем, будем сегодня целый день его делать. Тесто потихонечку уже даже начинает расходиться. Времени мало пошло. Тем временем я поставила яйца варить. Даня потом приду, будет красить. Тесто, оно больше, оно не прям вот дрожжевое, да, как должно быть. Оно более сдобное на дрожжах. Поэтому оно отличается, да, вот и по поднятию от обычного теста. Почему? Потому что мы любим, когда влажный внутри, когда он не сухой, там булочка, а когда вот он именно влажный внутри. Наш малыш второй день вот так уже сидит, представляете? Я вчера прихожу домой, сейчас он нервничает, начнет меня увидел на ручке. Прихожу домой, а он сидит на жердочке, Саша ему поставил. Он слезть не может. И сейчас опять сел. Пускай сидит, не буду беспокоить. Вообще растет не по дням, а по часам. За неделю из гадкого утенка превращается в птичку волнистика. Сейчас приехала на машине Кирилла, потому что Кирилл уехал на моей машине с ребятами в Санта-Крус, с девчонками на океан взяли моду. Мы приехали, это какая-то школа, Санта-Клара High School. Не знаю, хорошая или плохая. Так, а здесь церковь, баптистская церковь, на территории которой должны организовать охоту за яйцами. Мы успокоиться не можем, нам мало, да? Даня еще просит, чтобы еще и дома у нас была обязательно охота за яйцами. Ему очень нравится искать. Вчера весь вечер прятала по всему дому. Что-то какая-то очередь, то ли на вход, то ли куда. Не знаю, Дань, сейчас все посмотрим, что здесь такое. Людей немного, почему-то очередь на вход, посмотрим. И там площадка, дети играют, музыка играет. Все поняла, здесь не будет не очень большая территория, и по всей детской площадке, видите, раскладывают яйца вот в таких баках. Вот. И детишкам надо будет бегать, собирать, искать. Слушайте, здорово. А вот там стол будет с угощениями. А здесь угощение. Чай, кофе, лимонад. Я не знаю, удастся ли мне изнутри снять стол. Но вот там будет, видимо, что-то горячее. Закуски, фруктовый салат. Снеки, сок, вода и, видимо, чай, кофе. Сейчас тут будет куча мала, каша мала, все будут собирать яички. No, Aurora's here. Aurora, raise your hand. Aurora's here. Oh, Aurora's here. This is pink. Okay, kindergarten, kindergarten age, come on in. Побежали наши. Come on in.
Go get your eggs, kindergarten. First grade, we'll take first grade. Yes. No parents, just the kids, please. There's plenty of eggs. First grade. Все собрали детишки, я набрала фрукты детям, и мы сейчас идем разбирать яички. Что-то у них такое особенное должно быть. Ничего себе у вас добыча! О, Дима, ты кофе нашел? Берите фруктики. Ух ты, сколько набрали! Вот это добыча! Вот это крутая охота! Выдают еще какие-то special eggs. Данечка! Даня, thank you so much! Что там? Вау! Класс! Владик! Большое яичко. Что это такое? Мороженое? А это конфеты, интересно? Мам, смотрите. Какие клевые, да, Маша, разбираются. Смотри, какое кольцо. Вау. Смотри, Маша. Вот это у вас добыча. Маша. Детям, по всей видимости, мало. А что вы здесь пытаетесь найти? Ищу коллекцию, которой у меня еще не было. Смотри, как красиво. У меня такого же есть. Ух ты, какой он. Вот такой вот у меня нету. Угу. А он какой? Это мой. Леопард. Вы рады улову? Да. Круто? Все, удалось. Удовольствие. На целый год вперед теперь, да, Даня? Это последняя коробка конфет, больше нельзя, хорошо? Договорились? Мы сейчас дальше выезжаем в парк. По-английски? Нет, по-английски нет. Мауларды. Отдыхаю. В тенечке. С фонтанчиком рядом. Не сняла я. Дети сейчас играли долго вот на этой площадке. Тут в другом праздники, дни рождения, мероприятия. Там 3 годика малышки. Очень красиво все оформлено. Куда-то полезли. Дети уже куда-то убежали. Смотрите, что там. Только не гонять. Не гоняйте. Даня, не гоняем. Малыши. Не пугаем, да, не кричим. А вон еще компания подальше. Постарше чуть-чуть малыши на пару дней. Парк у нас перебои с водой, похоже. Симпатичное место, на карте красиво нарисовано. Да, а там, смотрите, еще меньше малыши плавают в остатках лужи. Я думаю, что они тут все смотрят. Вообще еще меньше. Что тут с водой произошло, почему ее нет, непонятно. Но черепахи пытаются выживать. Ой, потягуши какие. Смотрите, как она лапки подтягивает. Там яичко! Где яичко? Они же наши яичко! Тихо-тихо, сейчас посмотрим. Где? Вон! Эти кушки, эти гусяры снесли. Слушай, ну она и лапу вытянула. Где? Вон! А вот там еще меньше малыши. Потому что это утятки. Вообще новенькие. Теперь погнали. Ой, кубарем покатился. Ты видишь, кубарем опять катится. На горке чистится и никак не выйти. Как красиво переплетаются деревья. Цепями держат. Baby shower. Это же мясо жарят люди. Слушайте, а смотрите, они натянуты цепи, потом это все со временем зарастет.
Обалдеть, слушайте, классно придумали. Они еще и цветут. Вот в той стороне цветы. Вот, вот, вот цветы. Да. И запах такой интересный. Сейчас дуновение было. Приехала, посмотрите, какое тесто поднялось. Сейчас буду делать цедру из лимона и апельсина. Ни изюм, ничего не добавляю, мои мальчики не любят. Смотрите, какая тут прям все пузырится вообще, видите, в пузыриках. Прелесть, как шикарно подошло. У меня тесто поднялось уже два раза. Я сделала вот такую цедру, то есть натерла на терке шкурку лимона и апельсина, сахаром немножко потомила на сковородке, чуть-чуть буквально. И сейчас перемешиваю с тестом. Я не добавляю ни изюм, ничего, потому что дети это не едят. Потом уже покажу вам готовый результат. Давайте, 3, 2, 1, и бежим собирать яйца. У нас дома тусовка, дома продолжение. Я думаю, это заключительное мероприятие будет уже. Музыки не хватает. Вот что у нас получилось. Вот такие кулички. С глазурью у меня ничего не вышло, потому что оказалось, что у меня мало очень было сахарной пудры. Делала на сахаре, но, конечно, это бесполезно. Яички Даня сделал. К Пасхе мы готовы. Куличи попробовали уже, если честно. Безумно вкусно. Постараюсь внизу в инфобоксе оставить рецепт, как именно делала я. Пропорции будут примерные, но вы поймете именно суть, принцип приготовления. Очень вкусный. Один вот такой вот кусочек в разрезе остаточки. Видите, внутри цедра мелкая-мелкая. Ее практически не чувствуется, но за счет этого кисло-сладкий такой приятный цитрусовый вкус. И он более-менее такой влажноватый, на кекс больше похож.